Милая, я проголодался. Возьми сам. Я страшно занят. Ты просто смотришь телевизор. Вот именно. Ты мне совсем не помогаешь. Я ухожу. Захвати еще колы. Меня совершенно не замечают. Мне нужен любящий муж. Не плачь. Есть идея. Возьмем лист бумаги. Вырежем по контуру. Основа из фоамирана. Теперь вывеска. Еще раз тамер. Мне нужен высокий красавчик. Ищу мужа. Hey! Кто хочет попытать удачу? Я навсегда останусь одна. О, прекрасная леди. Hi. Я идеально подхожу. А где твои усы? Тебе пора бежать к мамочке. Bye-bye. Не повезло. Неужели это все? Леди Баг. Гномик. What? Я готов жениться. Маловат. No. Рост не главное. Что задумали бражник с приятелем? Чем больше детей, тем лучше. Let's go. Uh-huh. Стой, там Леди Баг. Скоро она станет мамой. У нее появятся уникальные малыши. Тебе нужно покорить ее сердце. Yes! Лалилу, помоги превратить его в суперкрасавчика. Okay. Костюм нужно заменить. Возьмем бифлекс. Вырежем детали. Сошьем на машинке. Примери. Стильные накладки. Oops. Волосы еще не отросли. Oh. Не беда. Сейчас исправим. Шикарно. Немного пены. Прическа готова. Невероятно! Леди Баг не устоит. Вперед! Мне так одиноко. Давай, пошел. Эй, симпатяшка, я твой будущий муж. Ну, я не знаю. Ты не пожалеешь. Такой симпатичный. Видишь? Идеально. Мы прекрасно смотримся вместе. Мне нужно подумать. А что это за ушком? Как романтично. Куда пойдем? Сработало. Я проголодалась. Пойдем, моя булочка. Сейчас покушаем. Что будешь? Что-то вкусненькое. Один момент. Надо, чтобы дети скорее появились. Один бургер минус одна неделя ожидания. Ты знаешь, что делать. Yeah! Будешь бургер? А где наш официант? Я здесь. Yeah! Теперь ты не помешаешь. Hello. Фирменное блюдо. Вкуснятина. Мне понравилось. Почему не сработало? Что-нибудь еще, мой синабончик? Сладенького. Леди Баг, угощайся. Хочу рожок. Уже готовлю. Приятного аппетита. Как твой животик, дорогая? Мы не наелись. Держите еще. Ну что? Уже скоро. Еще. Неужели это все? Кушать! Yum. Ой, мой животик! Кажется, начинается! Скорую! Нет времени ждать! Мы отвезем тебя! Есть! Доктор! Не переживайте, мамочка! Скоро дети будут у нас! Пора в палату! Стоп! Только семья и муж. Подскажи в комментариях, что же мне нужно сделать, чтобы попасть туда. Точно, сделаю предложение. Yeah. Лалилу, поможешь с кольцом? Возьмем коробочку. Опустошим ее. Покроем пластилином. Пройдемся лаком. Мягкий поролон.
Не хватает главного. Милое колечко. Прямиком в футляр. Удачи, коготь. Thank you. Где моя любимая? Stop. Нет, уходите. Я пришел жениться. Где вы там? Мой животик. Для вас сюрприз. Это макарон? Только не ешь. Ты выйдешь за меня? О, как мило. Я согласна. Yes. Давай жених. No. Это не правил. Hey. Мы заплатим. Please. Ладно, хорошо. Согласны ли вы стать мужем и женой? Да, согласны. Можете поцеловать друг друга. Детки спешат появиться на свет. У меня есть план. Что внутри? Воздушные шарики. Подготовим несколько мячики для пинг-понга. Цветная проволока. Получился целый букет. Коготь Нуар, забирай. Wow. Спасибо, Лалилу. Милая, это тебе. Давайте я подержу деток. Okay. Спасибо. What? Hey. Счастливого пути. Bye. Помогите! Отдавай детей. Что происходит? Кого спасать? Держу. А ты не мешай. Попрощайся с малышами. Help me! Дамочка, с дороги. Прямо в центре Парижа. Ставь лайк, чтобы освободить меня. Спасибочки. К последним новостям. Снимите меня. Моих малышей украли. Что? Леди Баг? Наши дети? Нужно помочь моей семье. Милая, что случилось? Суперкот, меня обманули. Я могу как-то помочь? Какая красавица! Не отвлекайся, это все, что осталось от наших деток. Попробуем выследить по запаху. Лалилу, мне нужен супернюх. Тогда сделаем супернос. Сотрем лишнее. Кусочек полимерной глины. Покроем акрилом. Холоп! Мы одолжим. Okay. Такой нос учует все. Nice job. Теперь я смогу взять след. Okay, let's go. У нас есть памперсы. Ага. За мной. Чую, они здесь. Пусто. И тут нет. Где же они? Кто вы такие? Это мой дом. Слезь с меня. Извините, мистер енот. Может, ты их видел? Бражник и коготь Нуар, пошли туда. Спасибо, енотик. Поищем здесь. Yes. Обнюхай все хорошенько. Yeah. Что тут у нас? Ах, только не нос. Теперь я не чувствую запахов. Почему вы плачете? Наших деток похитили. Я помогу вам. За мной! Ура! Побежали! Вот они! Скоро мы будем богаты! Вы готовы? Остался только аппарат! Мы хотим превратить слезы в деньги! Сейчас попробуем! Но сначала подпишись! Яркий флакончик! Отделим донышко! Емкость для слез. А денежки сюда. Кнопки пуговицы. Последний штрих. То, что нужно. Давай, ребенок, плачь. Смотри, как грустно. Жалко Мишку. Быстрее, собираем слезы. Нужно еще. Злой клоун. Ха-ха, еще. А я не боюсь клоунов. А как тебе такое? Брокколи. Я не могу смотреть. Ты чего? Брокколи, это слишком жестоко. Банка почти наполнилась. Вау. Выливаем слезы.
Теперь программа. Слезы превратились в деньги. Надо еще больше. Теперь вы. Скучаете по мамочке и папочке? Стоять! Вы не пройдете. Не перепрыгнуть. Что же делать? Лалилу, помоги. Please. Есть идея. Возьмем Лали доллар. Блестящий фоамиран. Приклеим фото. Не забудь подписаться. Выберем ленточку. Должно сработать. Спасибо, Лалилу. Вот выкуп за детей. Эй! Этого недостаточно. А если так? Другое дело. Я богат. Забирайте ваших детей. Денежки. Yes. Это мое. Отдай. Мое. Счастливо оставаться. О, тебя-то мы ищем. Stop. Ты арестован за похищение. Пойдешь с нами, коготок. А это я заберу себе. Бедняжки. Освободим вас. Мы должны догнать бражника. Let's go. Но с детками неудобно. Эй, нет-нет-нет. Иди к мамочке. Подпишись на канал. Подготовим лоскуток. Используем ножницы. Заплетем косичку. Теперь фурнитура. Обернем тканью. Добавим украшения. Слинг готов. Держи, мамочка. Детки не сидят на месте. А если так? В погоню. Вперед! Куда он пошел? Смотри, деньги. Мы пойдем по следу. Прямо в мою ловушку. Нам туда. Let's go. А вот и он. Попался. Это обманка. Oh my gosh. Метка. What? Ничего не понимаю. Вот вы попались. Теперь не сможете мне помешать. Bye. Злодей-бражник занялся похищениями и грабежом. Все прошло гладко. О нет, мы опоздали. Кто-то ограбил банк. Oh, no. Попались не с места. Отправляйтесь за решетку, преступники. Вау, кусочек ткани. Выкройки формы. Прошиваем края. Переоденем Леди Баг. Ряд пуговиц, пояс, подвески и золотая цепь. Бейдж заключенного Леди Баг. Вот, говорили, что герои, а оказались шайкой грабителей. Это недоразумение. Пс, мне нужны условия получше. Вот, ваша вип-камера. Всюду золото. А тут уютненько, почти как в отеле. Деньги всегда повышают настроение. Оф, жарковато. Опахала в камеру. Букет роз от отделения. Thank you. Хочу в туалет. Золотой унитаз в вашем распоряжении. Мне начинает здесь нравиться. Бросаем материалы в волшебный котелок. Абракадабра. Размечаем выкройки. Вырезаем. Сшиваем половинки. Примерим. Добавим рукава, воротничок. Слегка испачкаем. Пригодятся заплатки. Имя заключенного – Крысолов. Hello. Твоя камера, располагайся. Выпустите немедленно! Я отсюда выберусь.
Хватит шуметь! Прекрати! Ты что здесь забыл? Я в розыске. Вот, прячусь. Понял. Мы братья по несчастью. Заключенный крысолов. Пройдемте, сделаем фото. Воздушный пластилин. Раскатаем блинчик. Обклеим ростомером. Дублируем заготовки. Украшаем стразами и звездочками. Табличка суперкота завалялась в баке. Пара табличек для макшотов. Сделаем снимки для судебного дела. Табличку ровно. Фотограф в студию. Мисс, вы очаровательны. Спасибо. Позируем. Вау, супер. Еще. Еще. Превосходно. Добавим купюр в кадр. Ваша очередь. Okay. Так, табличку. Не двигайтесь. Не забудьте подписаться на канал. Воздушный пластилин. Скатаем вместе в колбаску. Покрошим. Украсим сусальным золотом. Поймаем пузырек. Покроем позолотой. Колпак для блюда. VIP-обед подан. Время кушать, мисс Леди Баг. Отлично, я проголодалась. Приятного аппетита. Что тут? Фи, круассаны? Я на диете. Простите, сейчас позовем повара. Лучший шеф-повар вам угодит. Чего желаете, мисс? Хочу роскошное блюдо с подачей. Учтите, я гурман. Хм, я вас удивлю. Коронное блюдо. Роллы с золотом. Таким я перекушу. Вознаградите шефа. Прибыльное дельце. Чего еще желаете? После еды я смотрю телек. Мигом все устроим. Картонный прямоугольник. Размечаем. Собираем развертку. Вставляем экран. Позолотим рамку. Установим на ножку кнопку включения. Проверим трансляцию. О, камера Леди Баг. Лакшери-телевизор к вашим услугам. Включите интересное. Мультики. Скукотища. Новости. О, это вы. Задержана богатейшая девушка Парижа. Что? Это проделки бражника. Все ясно. Мне нужно выбраться и спасти город. Ничем не могу помочь. Что же делать? Суперкот, ты меня слышишь? А, кто там? Это я, Леди Баг, грабитель-бражник. Нужно сбежать и задержать его. Мышки пришли на помощь. Ура, ключ! Спасибо, друзья! Я свободен! Подготовим материалы. Складываем фоамиран, намечаем силуэт. Вырезаем пилочку. Добавим лого. Леди Баг, держи пилочку. Чем она мне поможет? Мой маникюр идеален. О, я могу распилить решетку. Приступим к делу? Давай же. Не получается. Ты что делаешь? Пилю. Стоп, как ты выбрался? Ха, долгая история. Ты мой спаситель. Скорее бежим. Стоп, пилочка мне еще пригодится. Вау, кора! Напилим палочек. Подрежем. Выстроим в ряд. Соберем бечевкой. Добавим цвета. Пятнышки Леди Баг. Кошачьи лапки. Подвесим лестницу. Полный вперед! К вам летит спасать друзей. Сбрасываю лестницу. Скорее на крышу, ребята!
Бежим, за нами погоня! Хватайтесь за лестницу! Чур, я первая! Стой, а я! Тяни меня, скорее! Стоять, беглецы! Ура, получилось! Тики, жми! Летим отсюда! Старый браслетик. Пара карабинов. Обмотаем фоамираном. Соединим цепочкой. Задержание злодея – дело серьезное. Бражник снова похитил малюток. Ха-ха-ха, выращу из вас маленьких воришек. Наши крошки! Стой, негодник! Наших детишек украли! Это что, вертолет? К нам летят на помощь! Супергерой уже здесь! Ага, вот ты где, негодник! Немедленно отдай малышей! Что? Я же вас подставил! Вы должны быть в тюрьме! Там твое место! Леди Баг, дети у меня! Получай по заслугам! О нет, наручники! Я попался! Что здесь происходит? Мы задержали настоящего преступника! Бражник, на него велась охота много лет! Вы свободны, а с тобой разберемся в тюрьме! В тюрьме тебе будет не до преступлений! Да ну, отстой! Я сбегу! Очень сомневаемся. Фото для судебного дела. Да-да-да. Прекращайте поясничать. Что вы мне сделаете? Посадите в тюрьму? У меня кончается терпение. Лалилу, помоги. Мы не справляемся. Окей, нужно просто распечатать дело. Такс, начинаем. Вбиваем личные данные и в печать. Ставим бумаги в обложку, подпишем, гриф «Строго секретно». Внутри все данные злодея. Готово, неси в участок. Thank you. Ваше дело готово, и фото есть. Бо, это я, фотограф неумеха. Получайте самолетик. Ауч! Ха-ха. О, что там по телеку? Вау, новое видео Лалилу. Испорчу им просмотр. Острый попкорн. Сделаем. Берем крошечный стаканчик. Наливаем термоклей. Наполняем пластилином. Готовим попкорн. Добавим пикантности побольше. Бон аппетит. Животик урчит. Попкорн за счет кинотеатра. Угощайтесь. Thank you. Очень кстати. Как остро. О нет, нужен врач. Скорая здесь. Милая, я с тобой. Thank you. Let's go. Врача, срочно! Без паники. Что стряслось? Разболелся живот после попкорна. Ваш больничный лист. Прием в кабинете. Спасибо. Все будет хорошо. Ха-ха. Тихонько. Бражник сам разберется. Халатик пригодится. Нужен размер побольше. Okay. Намечаем шаблоны. Выкройки готовы. Новенький халат. Парик блондинки. Даже врачебную карту не забыл. Новый имидж. Доктор, вы ей поможете? Дело срочное, мисс? О, да, конечно. Так-так, что тут у нас? Мой живот. Для начала сделаем УЗИ. Посмотрим. Ого, кто-то скоро станет мамой. Так это не попкорн? У нас будет ребенок. Ну, кажется, да. Ложитесь на кровать. Я с тобой, милая. Thank you. Вот я попал. И что делать? Комочек пластилина. Получилось двое деток. У девочки зеленые глаза, у мальчика черный памперс. Лапки. Малыши – копия мамы и папы. Well done. Wow.
Вау! Какие хорошенькие! Даже не знаю, как вас благодарить. Не стоит. Что? Бражник? О, нет! Ха-ха, теперь дети мои! Мои малыши! Что случилось? Бражник выдал себя за доктора и украл малышей. Где счастливая мамочка? Суперкот! Бражник нас обманул! Дети у него! No, мы найдем их! Возьмем пенополистирол. Сменим инструмент. Сформируем кирпичную кладку. Выставим по кругу прутья. Подберем фурнитуру. Получился манеж-клетка. Что задумал Бражник? Ха, мои малыши, я подготовил вам уютное местечко. Поиграйте тут. Вы куда, проказники? Все в меня. Лалилу, сделай семейное фото. Okay. Я идеальный папаша. Какой выбрать? Белый. Распечатаем объявление о поиске. Ого, сколько стопок. Перевяжем бечевкой. Скорее найдем малышей. Это точно поможет. Кто-то точно их видел. Не встречали деток? No. Жаль. Эх, хоть бы нашлись. Я расклею в городе. Okay. Малыши, где же вы? И здесь никого. У вас наши дети? Это они? Успокойся, милый, это просто мамочка. Какой ужас, вот бы нашлись. Извините. Ошиблись. Прямой эфир из самого центра Парижа. Это наш шанс. Yes. Открытие новой пекарни – шикарная новость. Есть идея. Позвольте микрофон. Пропали дети, двойняшки. Вы видели их? Если да, сообщите нам немедленно. Help, please. Это мы, мама, папа. О, нет, никакого телевизора. No. Вы никуда не уйдете, я ваш отец. Мы скучаем по маме с папой. Фиолетовый. Скатываем комочек. Рисуем крестики. Крепим цепь. Манжет на ногу. Тяжелые гири не дадут сбежать. Пакуем чемодан. Нужно выбираться отсюда. А, куда собрались? Никуда не уйдете. Теперь точно ни шагу из этого дома. Ой, тяжело. Что же делать? Вот и славно. Отдохнем вместе. Воздушный пластилин. Сформируем перец. Покрываем прозрачным лаком. Этот сорт просто огонь. Это чай. Хорошенько измельчаем. Сколько видов перца? Из палочек собираем подставку. Выставляем специи. Набор для любителей острой кухни. Детишки, сегодня ужин с вас. Я даже сниму гири. Сейчас мы ему покажем. Есть идейка. Набор острых перцев. Поиграем. Yeah. Будешь угадывать блюдо. Ха, интересно. А только не подглядывай. Больше перца, не жалей. Кусь-кусь. Вкусно. О, остро! Что это? Воды! Держи это, поможет. О, еще хуже! Помогите, печет! Алло, полиция, нас похитили. Okay. Может, еще? Возьмем обрезки картона.
карандаш, линейка. Вырежем заготовку. Подпишем номер, имя и дату заключения. Принимайте новенького. Это ошибка. Я не виновен. Так все говорят. Здесь? Ага, с табличкой. I got it. Стойте ровно. No. Как вы забавный. Совместное фото. Okay. Позируйте. Let's go. И я хочу с вами. А теперь за решетку. Вы здесь очень надолго. Пластилин трех оттенков. Хорошенько разомнем. Добавим рельеф. Мраморный стейк. Подберем пластиковую деталь. На дне фоамиран. Упакуем. Гриль-бокс со стейками. Сытно и вкусно. Детки, как же здорово, что мы вместе. Угадайте, что папа готовит на ужин. Нужно немного подождать. Еще бы, но после прожарки. Выкладываем мясо. Ах, какой аромат. Обожаю, когда ты готовишь. Я в этом профи. Ура, мясо готово. Угощайтесь, любимые. Семья лакомится ужином за просмотром любимого канала. Суперкот и Леди Баг мчатся на задание. Малышка, держись крепче. Окей. Ты мой гонщик и такой романтик. Я знаю место еще романтичнее. Ловлю тебя, моя рыбка. Хватай сердечко. Держу крепко. Ох, какой чудесный закат. Голубки воркуют. Проверим, как Леди Баг умеет плавать. Леди Баг попала в сети. Бедная малышка. Лалилу, помоги. Освободим крошку. Перенесем в мастерскую. Используем пластилин. Вылепим хвостик. Вырежем плавничок. Нарисуем верх. Покроем прозрачным лаком. Малышка стала русалочкой. Я о ней позабочусь. Добро пожаловать в школу для русалочек. Начнем. Акулы – враги. Дельфины – друзья. Запомнила. Теперь хвостик. Сначала вверх, потом вниз. Давай потренируемся. Let's go. Не получается. Пробуй еще, крошка. Okay. Поднимем тебя повыше. Шевели плавничком. Let's go. Я плыву. Осторожней, впереди камень. Хвостик. Stop. Что делать? Вверх и вниз. Отличная работа. Ты умница. Thank you. Посмотрим, что тут есть. Ого, сундук. Что в нем? Возьмем контейнер. Перекрасим в розовый. Накроем крышкой. Обклеим фоамираном. Бобр помог с палочками. Укрепим каркас. Покроем позолотой. Украсим ажурным декором. Нужна блестящая ткань. Заполним сундук сокровищами. Взглянем. Деньги и драгоценности. Нужно поделиться с морскими жителями. Я отберу у нее богатство. За сокровищами выстроилась очередь. И тебе, черепашка. Дождь из денег. А найдется для меня кепка. Примерь, модник. Настал мой час. Отдавай все. Я самый богатый на морском дне. Грабят, на помощь. Не смей обижать моих друзей. Боюсь.
Ах, так? Тебе меня не победить! Сундук сокровищ мой! Простите, я вас подвела. Лалилу, мне нужно скорее подрасти. Проходи в кабинку времени. Окей. Готово. Let's go. Плюс 10 лет. Ура, я выросла. Нужно переодеться. Снимем обувь. Швейный набор юной русалки. Какую ткань выберешь? Мой любимый цвет – красный. Вырежем детали. Нужно сшить. Я принесла нитки. Пройдемся иголкой. Добавим плавничок. Доставка краски. Прорисуем чешую. Леди Баг должна помешать бражнику. Я его остановлю. Только попробуй. Верни мой сундук. Ни за что. Отдай. Я и тебя могу украсть. Нет. Смотри, там летит птичка. Где? Вот здесь. Stop. Не догонишь? Посмотрим. А где бражник? Вот ты и попалась! Отпусти меня! Помогите! Кто-то зовет на помощь! О нет, Леди Баг в беде! Отпусти ее, бражник! И не подумаю! Лалилу, помоги! Я его задержу! Соберем урожай! Одолжим салфеточку. Протрем апельсин. Получился шарик. Вставим шипы зубочистки, плавники. Облепим воздушным пластилином. Глазки. Нанесем текстуру. Покроем лаком. Рыба-босс – главное среди морских жителей. Вы слышали? Что это за звуки? Я еле держу! Отпусти! Турбины сдают. Аварийная посадка. Оу, что делать? Что тут такое? А ты еще кто? Сейчас я тебе покажу. No! Ого! Yes! Stop! Нравятся мои иголки? Я это так не оставлю. Ура, злодей отступил. Спасем Леди Баг. Спасибо за помощь. Bye. Леди Баг, ты в безопасности. Ты спас меня, Суперкот. Секундочку, чуть не забыл. Лалилу, поможешь с сюрпризом? Конфеты, обручальные кольца. Все понятно. Вырежем сердечко. Обведем. И вырежем его. В красном будет лучше. Смастерим стенки. Суперкот, насыпай. Ага. Мармеладки. Yum. И колечко. Сверху крышка. Удачи. Thank you. Милая, это тебе. Люблю сладкое. Кушай, кушай. Ну-ка, попробуем. Ням-ням. Ями. Что это? Ты станешь моей женой. Oh my gosh. Я согласна. Только сначала малышке нужно подрасти. Сменим образ. Слепим топ из ракушек. Обведем силуэт. Вырежем заготовки. Прострочим на машинке. Примерим хвостик. Захватим краски. Нарисуем чешую. Дополним лук рукавами. Роскошный плавник. Спасибо. Ариэль, смотри, я выхожу замуж. Я так рада за тебя. Нужно навести красоту. Присаживайся в кресло. Помоем голову. Припудрим носик.
Немного блеска для плавников. Очаровательно. Thank you. Свадьба уже совсем скоро. Лалилу, поможешь с образом? Окей, выручим. Выберем ткань. Тебе нравится? Yes. Разрежем тесьму. Используем ножницы. Обработаем огнем. Украсим бусинками. Прикрепим корону. Примерь. Wow. Не забудь свадебный букет. Thank you. Лучшая невеста-русалка в мире. Yay. Ура, успела. Как тебе мой образ? Good. А где же мой жених? Hmm. Ему нельзя видеть невесту до свадьбы. Мы тут. Можно снять повязку? Конечно. Как тебе? Ты самая красивая на свете. Люблю тебя. Согласны ли вы стать мужем и женой? Yes. Да-да. Объявляю вас вместе навсегда. Поздравляем! Не хватает только одного. Готовимся к пополнению. Возьмем бокс сердечко, облепим пластилином, покроем прозрачным лаком. Глиттер. Вот это блеск. Вложим подушечку. Набор для молодых родителей. Вложим жемчужинки. Мальчик и девочка. Кто же появится у парочки? Это мой свадебный подарок для вас. Ой, детки, дайте их мне. Для начала надо заработать очки любви. Очки любви? What? Вам надо проявить любовь друг к другу. Дай 5. Мы справимся. Баночка любви начинает наполняться. Продолжайте. Время поцелуев. Сработало. Баллов все больше. Любви почти достаточно. Обнимемся всей семьей. Тебе мальчик? А я возьму девочку. Вот это счастье. Любовь полилась через край. Поприветствуем детишек-русалок. Ура! Поздравляю вас с пополнением. Ой, слышали? Странные звуки.